В Якутске проходит 6-я межрегиональная выставка «Медэкспо. Здоровье и красота». В выставке принимают участие крупные медицинские организации города Якутска, а также региональные компании, как из города Санкт-Петербург, Москва, Омск и Томск. 6-я выставка межрегиональная «Медэкспо 2015» собрала более 40 участников, что отрадно, участвует уже большое количество субъектов Российской Федерации извне нашей республики. Их 9. В прошлом году их было 3. И в основном в прошлом году были Москва и Санкт-Петербург, а здесь уже присутствуют другие объекты. Это говорит о том, что в нашей Российской Федерации биомедицинская технология, производство аппаратуры также развивается. И я думаю, что из года в год количество участников будет расти. В целом, по Российской Федерации есть программа импортозамещения. Я вот думаю, что в рамках данной программы, в рамках вот антикризисных мер проведения вот таких выставок очень важно, и в том числе для наших бизнесменов, для наших промышленников. Компании из других регионов России привезли на выставку свою продукцию для продажи. Стоматологическое оборудование, различная косметология, даже гипоаллергенные изделия из бамбука и рекламные буклеты и каталоги медицинской мебели. Каждый желающий мог опробовать продукцию и уже после сделать выбор. К примеру, мы решили испытать аппарат нервно-мышечной стимуляции под названием «Меркурий», который предназначен для лечения и снятия боли в спине, суставах, улучшения и нормализации кровотока и лимфотока, и даже может быть использован в косметологических целях. Однако для лучшего эффекта аппарат надо использовать каждый день в течение 10-30 минут на протяжении 25 дней. Так что мгновенного эффекта мы не получили. Мы представляем московскую компанию «Современные технологические линии», которая занимается разработкой и производством медицинского оборудования, подчеркиваю, медицинского для домашнего применения. Это в первую очередь проблемы комфортного. Проблемы с позвоночником, это остеохондрозы, грыжи, протрузии и суставные заболевания. Процедура длится в зависимости от степени тяжести заболевания, начинается от 10 до получаса. В городе Якутске мы принимаем первый раз участие. Посмотрим по результатам. В рамках выставки для посетителей были организованы бесплатные консультации врачей спеццентра, дерматовенерологов, осмотр офтальмологов и фтизиатров, организованы услуги по забору крови на РВ, лимфодренаж, а также осмотр и консультации стоматологов, мануальных терапевтов и других врачей. И все совершенно бесплатно. Посетители выставки выстраивали огромные очереди, чтобы подкорректировать форму бровей, проверить свои суставы, сдать кровь и проверить остроту своего зрения. Можно сказать, выставка стала своего рода ярмаркой здоровья. Она продлится до 10 апреля включительно. Надежда Ефимова, Николай Неабутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.